Всем привет! Вы на канале Ната Лайф, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Друзья, сегодня я хочу приготовить очень вкусный салат с тунцом. Обожаю эту рыбку, эту консерву, потому что ее можно сочетать практически с любыми продуктами. Главное, чтобы у вас был тунец, а все остальное в принципе не важно, потому что он подходит и к рису, и к сыру, и к овощам, и к различной зелени. Итак, приглашаю вас к себе на кухню и будем готовить вместе. Покажу вам свою версию этого салата. Погнали! Ну что ж, для нашего салата у нас имеется следующий набор продуктов. Это пекинская капуста, полкачанчика, 4 яйца, зеленый горошек, сладкая кукуруза и, конечно же, тунец. Ну и все очень-очень просто. Мы сейчас с вами нарежем капусту, яйца, все перемешаем, заправим майонезом, подперчим, посолим, и наш вкусный салат с тунцом будет готов. Итак, погнали!